в Одинцовском гуманитарном институте «Что ни день, то званые гости». На этой неделе у нас побывали Артур Николаевич Челенгаров, известный советский и российский исследователь Арктики и Антарктики, крупный российский ученый, океанолог, государственный и политический деятель. Наш институт произвел впечатление трехступенчатой системой образования и возможностью работы в сфере высоких технологий выпускникам института в Центре космических услуг. Артур Николаевич пообещал приехать в АГИС лекции и ближе познакомиться с вузом. В конкретных разговорах о возможных проведениях на базе спортивного комплекса АГИ областных и всероссийских соревнований начался разговор участников делегации правительства Московской области во главе с Амиром Галямовым, министром физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью. Гости подробно осмотрели спортивный комплекс, обсудили возможности АГИ в привлечении детей и молодежи к занятиям спортом. Центр места, ничего не знаю. Руки хромисты готовы.